Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 29 марта. Память преподобного отца нашего Евстафия, исповедника, епископа Бифинийского. Святой Отец наш исповедник Евстафий, отрекшись от благ мира сего, как от тяжкого бремени, и с усердием, исполняя заповеди Божии, предался иноческой жизни. Впоследствии времени, нося на плечах своих это иго Христово и заботясь о спасении души своей, он стал священником. В этом сане он испытал много духовных радостей, за что непрестанно благодарил Господа. Имея великую веру в Бога и нелицемерную ко всем любовь, он был смиренным, кротким и милостивым наставником и ревностным совершителем добрых дел. Избранный затем по суду Божий епископом Вифинийским, он много лет управлял церковью, согласно с учением и преданием божественных апостолов. Когда во всех церквах Божиих возникли волнения по поводу иконоборческой ереси, то он наставил себя в божественном писании, мечом слова своего поражал всех угрожавших церквам Божиим. Поэтому некоторые из поборников ереси донесли на него царствовавшему тогда нечестивому императору. И как описать все то, что претерпел преподобный за почитание и поклонение святым и всечестным иконам? Его подвергали угрозам, оплеванию, побоям, темничным заключениям, тревогам, смятениям и избиению палками. Исколов, наконец, заостренными палками, его лишили кафедры и сослали в изгнание. Прожив в изгнании много лет, преподобный Евстафий среди оскорблений, озлоблений и лишений, в голоде, жажде и наготе, благодаря Бога, отошел в вечные обители. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.